Друзья, Бекир у нас, кафе Думан ждет вас. Сейчас я покажу, как выйти на пятничный рынок. Все, счастливо, хорошей торговли тебе. Очень вкусное блюдо, ссылочка в конце, пока. Ссылочка в конце всплывет. Мы делали даже обзор с ценами. Смотрите, кафе Думан, надписи Думан много. Мы выходим сейчас от них прямо на пятничный базар, друзья. Он уже вечерний, сегодня у нас пятница, 16 августа, без 10:07 уже время, уже люди начали собираться. Ну, должны сейчас быть самые дешевые цены. Тут одна кафешка, мы ее проходим, а Думан у нас вторая. Там несколько надписей Думан есть. Приходите, Бекир ждет вас. В конце, еще раз напоминаю, всплывет ссылочка, где я показывал, что у него есть и какие цены, друзья. Есть очень много всего мясного, очень вкусного. Всегда все свежее, у них нет такого, что стоит что-то наготовленное, ждет вас. Вы приходите, сидите в интернете и, ну, чаек вам, да, чай бесплатно всем, кто от меня. Сидите, пьете чаек, в это время они вам делают вкусные свежие блюда, буквально, ну, максимум там 20 минут вам подождать. Зато будет свежачок и вы насладитесь турецкими блюдами. Так, авокадики уже этого сезона у нас, я уже показывал. Идем, смотрим цены. Десят лир на цена на авокадо, конечно, жесть. Огромный какой-то персик. 15. Не послышал еще, мне сказали бонжур. Сейчас видел итальянскую машину на хаджет, кстати. Персики. В принципе, классные. Сейчас я это... Не знаю, сколько на дорогу. Ну, в смысле, я беру сейчас поесть, как бы, поэтому мне надо, чтобы они были хотя бы слегка мягкие. Мне еще попалось видео о пользе персиков, я прямо это... Ну, по 15, я думаю, дешевле я их не куплю, наверное, вряд ли где-то будет дешевле. Обычно в конце по 20 их продают. 15 это вообще, конечно. Это вообще. Они такие полумягкие. Так, ну, это я все, конечно, не съем. Ну, а сейчас кого-то угощу еще. Персики, персики. Я бы, конечно, все забрался, это было возле дома. Если бы их домой привезли сейчас. Это просто... 15, друзья, лир, можете себе представить. 15 лир, вот это цена, вот это я понимаю, все бы так стоило. Да. Все бы так стоило. Я бы был бы счастлив, пошла здесь. Все, это все потащит. Набрал 3 кило, я думал, блин, я 3 кило набрал. Это еще нормально. О, карламон пробовал. Лед. Кашкирбери. Идемте. Идемте на снег посмотрим. Хорошо, что я успел сегодня на рынок, на море я не успел сегодня, я проспал. Там волны, по-моему, прогнозы, купаться не знаю. Карламон. Помидоры 40 кмб, это дорого. Это дорого, потому что я их могу ночью в овощном по 40 купить такие же. А даже 30 я бы не сказал больше дешево. 40 это вообще жесть. Розовые мои любимые помидорчики. Ходите, я в пробку попал, пропускаю. 200 лир чеснок. Лук 15, картофель 15. Яблочки этого урожая еще не ел, 40, это дорого. 20 дрожки вот такие. Так, оставить это все у Ильяса, потом забрать 12 ночи, когда буду идти, потому что если это все не съем, а сейчас еще что-то куплю. По 20 помидорки можно выбрать, и в принципе можно выбрать. Можно выбрать нормальные. Мягкие, мягкие, я их не донесу. Жарко у нас, друзья, еще час назад по ощущениям было 42. Вот цена на персики, видите, 35-40. Мы взяли по 15.
дома одище. Вообще на улице местами иногда идешь, есть чем дышать, иногда влажность поднимается. Кстати, вчера вот я когда по оба гулял, помните, мы с оба вышли туда ближе к пятнашке и стало резко жарко. И что вы думаете, я выключил видео, прошло не больше минут 7 где-то и все, и эта жара моментально ушла. Я не знаю, как оно, знаете, вот так накрыло, потом бах, прошло и все. Еще хотел, думаю, видео отдельное сделать, не поверите. Вот так вот было-было, потом бах, и все ушло, как будто и не было этой жары. Брокколи давно не брал, но сейчас и варить что-то, это испытание, что-то дома сварить, смотрите. Гуава, друзья, гуава бывает у нас не часто. 6 штучек, 100 лир, ну, крутая, кричит. Гуава, гуава вкусная в Турции. Бамия. Напоминаю, 40 персиков. Ничего себе, я купил, круто. Акмода магазин, он у нас справа, напоминаю, друзья. А, туда же еще среда не прошел, окей. Сейчас еще пройдем, сейчас я еще кину, чтобы легче было ходить. Сейчас сюда придем, короче, в чадах. Фух, не могу, мокрый иду. Али-баба, Али-баба, привет, привет. Привет, Ромка. Таня уже ушла? Нет, он в базар погуляет. А, все, сейчас тогда найду я. Али-баба вас ждет, приходите, работает каждый день. Скидки, да? Скидки есть? Не вижу клубники, но черешня уже закончилась. Клубники не вижу, да. 20 персиков, супер цена, 20 яблочек, игрушки. Хорошая цена. 25 яблоки. 40 персики. 60 нектарин, нифига себе. 30 яблоки. Кругом. Двадцать пять нектарин, 30 груши, 50 сливок. Слива такая дорогая, 40 виноград, 35 персик. Вот так мода у нас мужской. Уже скоро, друзья, будут свежие апельсины, а может быть уже где-то они есть, я думаю. Скоро будем. 25 это за кило цена, дыньки. Скоро. Еще у нас тут яма ходит, интересно. По 10 это такие огурчики. Водой залиты. Малосолят, наверное, 20 персов. Тоже 40 пемба, блин. Ну, по 40 я не буду точно брать. Яблоки 50, ну ничего себе. Перчик, белозерка, херсончик, привет, Мирова. Пятьдесят виноград, 50 нектарин, о, персик. Яблочки. Слива 25, 35 персик, 30 персик, 20 персик. Фух. 10 баклажан, супер цена. Так, да, клубники нету. Клубники черта нету вообще. Ну, может, потому что поздно. Эх, черешня, черешня. Как-то вот не отметил я окончание этого сезона. Думал, сейчас что куплю, а? Ну, все. Друзья, у кого там YouTube блокируется, ищите, это же элементарно. Не пожалеете, потратьте, купите платный VPN на год и пользуйтесь спокойно. 80 попайка. Почему 80? Кило 5 лир, боже мой. Бесплатные арбузы, кило 5 лир. Бомба, конечно. Цена 7,50, смотрите, кило.
будет арбуз купить возле дома. Если кто-то мне его домой привез, я поплатил бы сейчас. Оплатил бы, они бы домой привезли. Так. Тут мы где-то шли, по какой стороне шел, по обеим или по... Или по одной. Давайте еще пройдем. Ой, там рядом. Может, Татьяну найдем. Бананы, кстати, классные, по 30 и по 40 лир. Желтые бомбы, вообще, как эквадорские, мои любимые, выглядели. Правда, мужик чихнул, сказал, да, еще раз чихну. Сорок помидор, кинемки. 35 персик напротив. Еще раз чихнул, все на бананы. Боже, тут пробка какая-то, же мне дойти не хочется вперед. Что тут происходит? Иди. С телешками, все с колясками, еще и останавливаются и общаются. Морковка 15, лимон 60, возможно, это уже этого сезона. Спицы, сливочки, помидор 20, нектарин, арбуз 8. Короче, сезон арбуза. Арбуза 5 лир, персики, друзья, по 5, даже не по 15. Бананы 25, супер цена. Неси сверомки. Бананчиков. Завтрака почти не было, кусочек сыра съел, и все, сейчас Рома съест пару бананов. Блин, там они все потресканы, нахуй. Сейчас открою, съем, друзья, посмотрю. Блин, поставить вас некуда. Сейчас где-нибудь заценим. Ташкербер. Помидорки 35, что дорого помидоры стоят, что случилось? Зажру, что? Еще раз, да? 35, классные помидоры. 8 штук 100 лир кукурузка. 3 штуки 10 лир твердо. Сейчас сделаем дегустацию банана. Вот там вот был у нас пятничный рынок, друзья. Друзья, он офигенный. Он как эквадорский. По вкусу. Для меня эквадорский — это эталон. Третий съедаю, не поверите. Настолько спелый, вообще бомба просто. Винта не оставлю. С ним вспомнила обезьяна, стала очень рано. Обезьяна съела 2 банана. Но это совсем не про меня, потому что я встал очень поздно. Начало 6-го было, когда я проснулся. 20 лир хорошие. В принципе, там чуть обрезать их надо будет, но в принципе цена классная. Вот один бананчик Таня оставила, это шкурки. Манго, о, инжир, 100 кило. Хорошая цена инжир в этом году, его как бы меньше, наверное, все-таки, чем обычно. Да, и у меня сейчас такое впечатление, что его меньше стали покупать, я не знаю. Как бы поэтому его, может, и меньше, что его меньше стали покупать. Бред какой-то сказал, но вот как-то я вот не вижу, чтобы люди бегали, искали инжир, чтобы люди покупали активно инжир. Вот нету такого, я не знаю почему. Колючки, вон, смотрите, по 5 лир чистят вот так. Руками его не берите, потому что потом будете долго ходить, колючки вытаскивать. 25 бананы. Сезон банан, начался сезон бананов, видимо.
Ну вот эти через 2-3 дня они пропадут, они будут приспевшие. А вот и черешня, а друзья, я не знаю почем. По 100, наверное. Кизил 50, 30 слива. Это реально последняя черешня, наверное. Он, наверное, один был, но видите, он ее собирает, не продал, значит, цена высокая. Я думаю, что может 150, может 260 персик, 60 груша. Ух, ну что, все. Все, это был у нас пятничный рынок, который по пятницам. Сейчас спросим. Акирас на кадр. Элли. Все на хорошее. 50 персик у нас все. Еще на 20-ку. Это уже реально последняя, прям я вообще даже не ожидал. На 20-ку возьму, она по 50 лир. Ну чисто поесть, помыть и попрощаться, сезон закончить черешню, потому что она там не так. На гермелира. Попрощаюсь до следующего года с черешенькой. Пятничный рынок по пятницам, друзья. Купил я сегодня, получается, только персики на присадку 2 кило и купил вот это вот бананы и черешни. Бананы, по-моему, на 30 тешкердерин, на 20 черешенки. Последняя закончит сезон. Ну, она такая, не супер-купер, но сейчас помыть и попрощаться с ней до следующего года нормально. Всем мира, добра, позитива, клубники. Клубники я не увидел, ну, возможно, потому что поздно. Абрикос, кстати, я не увидел. Сезон закончился, что ли, абрикос? Не, есть, но мало. Очень мало было абрикос. А помидоры, вы видите, они цены даже вечером не снижают на помидоры. Не снижают. Видите, как много людей, а время уже 7.07. Слушайте, такое впечатление, что через 10 минут темно будет. Я только на море сейчас бы пришел. Зима начинается. Думаю, сейчас кто-то перецепится. Вот. Все, всем пока.